Здравствуйте. Вашему вниманию предлагается видеолекция по дисциплине «Стрельба управления огнем артиллерии» по теме «Движение снаряда в безвоздушном пространстве и в воздухе». Лекцию читает старший преподаватель военной кафедры КРГТУ капитан Сутягин. Учебные и воспитательные цели. В результате изучения данной темы обучаемые должны знать основу движения снаряда в безвоздушном пространстве и в воздухе, элементы траектории, их определения и обозначения, виды траектории и виды стрельбы, причины возникновения деривации и ее учет. Должны уметь определять элементы траектории по таблицам стрельбы, определять поправку на деривацию для учета при стрельбе, а также в ходе занятия должны ознакомиться с содержанием таблиц стрельбы и научиться определять элементы траектории по ним. Учебные вопросы данного занятия. Первый учебный вопрос. Движение снаряда в безвоздушном пространстве и в воздухе. Второй учебный вопрос. Элементы траектории, их определения и обозначения. Третий учебный вопрос. Виды траектории и виды стрельбы. Четвертый учебный вопрос. Деривация, причины ее возникновения и учет. Пятый учебный вопрос. Определение элементов траектории по таблицам стрельбы. Первый учебный вопрос. Движение снаряда в безвоздушном пространстве и в воздухе. Выстрел – это процесс выбрасывания снаряда из канала ствола артиллерийского орудия за счет энергии газов, образующихся при взрывчатом превращении горении метательного заряда. Наука, изучающая законы движения снарядов мин ракет, называется баллистикой. Движение снаряда внутри канала ствола орудия изучает внутренняя баллистика, а дальнейшее движение снаряда в пространстве вне орудия – внешняя баллистика. Чтобы изучить движение снаряда в воздухе, вначале необходимо рассмотреть вопросы движения его в безвоздушном пространстве. Сделаем некоторые допущения, что на снаряд, летящий в безвоздушном пространстве, не действуют никакие силы. Тогда снаряд, выпущенный из орудия, под углом бросания улетел бы по прямой с постоянной скоростью V нулевое. В действительности же при полете снаряда в безвоздушном пространстве в результате действия силы тяжести происходит понижение снаряда под линией бросания, то есть искривление траектории. Но направление оси канала ствола в течение времени полета остается неизменным, параллельным линии бросания, ибо сама сила тяжести Q, которая приложена к центру тяжести снаряда, не имеет других внешних сил, которые бы заставили изменить это положение. Так как траектория искривляется, а ось снаряда свое положение сохраняет в вертикальной плоскости, возникает угол между касательной к траектории и осью снаряда, так называемым углом нутации, который по мере удаления снаряда от точки вылета дульного среза увеличивается, и падение снаряда происходит не головной частью вперед, а боком или дном. В безвоздушном пространстве траектория будет симметричной кривой и будет иметь форму параболы. Очень часто ее называют параболической кривой. Горизонтальная дальность полета снаряда зависит от начальной скорости V нулевое и угла бросания θ нулевое. Основными физическими факторами возникновения другой силы, силы сопротивления воздуха, являются вязкость воздуха в виде силы сопротивления трения, образование воздушных вихрей, так называемое вихревое сопротивление, и баллистических волн, волновое сопротивление. При полете снаряда пограничный слой воздуха в силу вязкости увлекает за собой соседние слои, в результате чего между этими слоями возникают значительные силы трения, на преодоление которых расходуется кинетическая энергия снаряда и скорость его движения уменьшается. Вследствие большой скорости движения снаряда сила трения становится больше силы сцепления между частицами пограничного слоя и корпусом снаряда. Пограничный слой воздуха как бы срывается со стенок снаряда, образуя задонным срезом вихревой след. Отрыв пограничного слоя происходит в запоясковой части снаряда и задонным срезом. Это вызывает образование задонным срезом снаряда в области пониженного давления, в которую с поверхности снаряда срываются воздушные вихри. Давление воздуха на снаряд со стороны головной части значительно больше, чем со стороны дна, в результате чего происходит как бы засасывание снаряда
в сторону обратного его движения. Сила сопротивления воздуха вследствие этого существенно возрастает, а скорость снаряда уменьшается. Волновое сопротивление образуется вследствие упругости воздуха. Когда скорость снаряда больше скорости звука, больше 340 метров в секунду, снаряд обгоняет порождаемые им волны, непрерывно пробивая их гребни сгущения и образуя баллистические волны. На сжатие воздуха, сообщение ему поступательного движения и пробивание снарядом области сгущения расходуется значительная часть кинетической энергии снаряда. В этих условиях волновое сопротивление становится главным фактором силы сопротивления воздуха. Для уменьшения волнового сопротивления головная часть снаряда делается по возможности более удлиненной и с заостренной вершиной. Сила сопротивления воздуха направлена под некоторым углом к продольной оси снаряда и приложена не к центру тяжести, а к центру сопротивления, который находится у продолговатых снарядов ближе к головной части. Суммарная сила сопротивления слагается из рассматриваемых трех основных сил – сопротивление трения, вихревого сопротивления и волнового сопротивления. При наличии угла нутации сила направлена под некоторым углом к продольной оси снаряда и приложена не к центру тяжести, а к центру сопротивления, который находится у продолговатых снарядов ближе к головной части. Воздействие силы сопротивления воздуха приводит к тому, что снаряд начинает кувыркаться, быстрее теряет свою скорость, траектория еще больше искривляется и уменьшается дальность полета. Снаряду необходимо придать устойчивость или стабилизировать в полете. Устойчивость продолговатого снаряда в полете достигается приданием ему быстрого вращательного движения или устойчивости стабилизирующего оперения. В минах, реактивных снарядах известно, что быстро вращающееся тело, допустим, волчок, обладает способностью сопротивляться силам, которыми стремятся изменить положение его оси, то есть опрокинуть. Чтобы показать, как вращение делает полет снаряда устойчивым, нам потребуется двое игроков и мяч. Без закрутки бросок ведущего игрока летит мимо цели. Но закрученный мяч падает точно в руки его партнера по команде. Сила, работающая в случае, когда крутится мяч или пуля, называется гироскопической стабильностью. Вспомните детский волчок. Эффект вращения не дает ему упасть, пока тот крутится. То же самое происходит с пулей. Чем быстрее вращение, тем устойчивее выстрел. Происходит это из-за того, что вращающаяся пуля лучше сопротивляется силам, мешающим полету. Приобретя бороздки в стволе, мушкет превратился в винтовку, точно бьющую в цель на гораздо больших расстояниях. Это качество волчка перенесли на продолговатый снаряд. Вращательное движение снаряда около его оси передают посредством устройства на снаряде ведущего пояска и нарезов в канале ствола орудия, вьющихся слева вверх направо. При полете снаряда в воздухе направление действия внешних толчков, частиц воздуха, непрерывно изменяется. Для определения направления отклонения оси снаряда можно применить такое правило. От толчка ось его отклоняется в ту сторону, куда должна прийти через 3/4 оборота толчка снаряда, вращается слева вверх направо, то при толчке со стороны головной части снаряда снизу ось снаряда начнет отклоняться вправо. При толчке слева вниз, а при толчке сверху влево и так далее. Снаряд совершает медленное коническое движение вокруг касательной траектории. И так как касательная все время меняет свое положение, то снаряд поворачивается за ней, сохраняя постоянное направление движения головной частью вперед. Переходим к изучению второго учебного вопроса, элементы траектории, их определения и обозначения. Траектория называется путь, описываемый центром массом снаряда в пространстве после вылета снаряда из канала ствола. При изучении движения снарядов в воздухе применяют следующие основные определения и обозначения, называемые элементами траектории. Точка вылета – О.
Положение центра тяжести снаряда в момент вылета. В качестве точки вылета практически принимают центр дульного среза ствола орудия. Горизонт орудия. Это горизонтальная плоскость, проходящая через точку вылета. Линия выстрела ОА. Направление оси канала ствола наведенного орудия. Линия бросания ОБ. Это направление оси канала ствола в момент вылета снаряда. Линия цели ОЦ. Прямая, проходящая через точку вылета и цель. Угол прицеливания альфа. Угол вертикальной плоскости между линией выстрела и линией цели. Угол возвышения фи. Это угол между линией выстрела и горизонтом орудия. Угол бросания θO – это угол между линией бросания и горизонтом орудия. Угол места цели эпсилон цели – это угол между линией цели и горизонтом орудия. Угол вылета гамма – это угол между линией выстрела и линией бросания в момент вылета снаряда. Плоскость стрельбы – это вертикальная плоскость, проходящая через линию выстрела. Плоскость бросания – это вертикальная плоскость, проходящая через линию бросания. Вершина траектории – S – это наивысшая точка траектории над горизонтом орудия. Высота траектории Y с индексом S – это расстояние от горизонта орудия до вершины траектории. Восходящая ветвь траектории – часть траектории от точки вылета до ее вершины. Нисходящая ветвь траектории – это часть траектории от вершины до точки падения. Табличная точка падения – С. Точка пересечения траектории с горизонтом орудия. Точка встречи – С. Точка, в которой снаряд встречает цель или преграду. Наклонная дальность D с индексом эпсилон. Расстояние по линии цели от точки
вылета до цели. Угол встречи μ – это угол между касательной к траектории в точке встречи и плоскостью, касательной к поверхности цели или преграды в той же точке. Топографическая дальность d символом t – проекция наклонной дальности на горизонт орудия. Полная горизонтальная дальность x с индексом c – измеренное расстояние по горизонту от точки вылета до точки падения. Деривация z – величина бокового отклонения снаряда от плоскости бросания. Начальная скорость V0 – это скорость снаряда в точке вылета. Окончательная скорость V с индексом C – скорость снаряда в табличной точке падения. Полное время полета снаряда. Т малое с индексом С – время движения снаряда от точки вылета до табличной точки падения. Угол падения – тета С – это угол между касательной к траектории в точке падения и горизонтом орудия. Третий учебный вопрос – виды траектории и виды стрельбы. Угол падения и угол возвышения характеризуют крутизну траектории. Крутизна траектории определяет ее вид, а значит и вид стрельбы. Траектория при углах возвышения, не превышающих 20 градусов, называется отлогой, а при углах возвышения свыше 20 градусов называется крутой. Стрельба, при которой траектория получается отлогой, называется настильной. Эта стрельба применяется для поражения вертикальных целей и для получения рикошетов. В основном ведется пушками. Стрельба при углах возвышения от 20 градусов до 45 градусов называется навесной. Эта стрельба применяется для поражения живой силы, огневых средств, батарей, пунктов управления и других целей. В основном ведется пушками, гаубицами, гаубицами-пушками. Прицел 224!
Дави 1.20. Уровень 30.23. Основному один заряд заряди. Один заряд заряди. Заряд четвертый. Замер. 48.54. Третье наведено. Заряжено. Готово. Третье. Орудие. Третье выстрел. Освод один. Стрельба при углах возвышения свыше 45 градусов называется мортирной. Эта стрельба применяется для поражения особо прочных горизонтальных сооружений, покрытий, а также целей, расположенных во оврагах, в городах, в горах и так далее. В основном данный вид стрельбы применяется для ведения стрельбы мортирами, минометами и гаубицами. Четвертый учебный вопрос. Деривация, причины ее возникновения и учет. Быстрое вращательное движение в полете снаряда приводит к тому, что снаряд приобретает свойства гироскопа, волчка, то есть стремится сохранить неизменное направление своей продольной оси в пространстве. Вращающийся снаряд всегда летит с несколько приподнятой головной частью относительно направления своего полета, поэтому нижняя его поверхность испытывает больше, чем другие части снаряда, встречный поток воздуха, который стремится опрокинуть головную часть снаряда назад. Но благодаря гироскопическому свойству головная часть снаряда под действием силы отклоняется не назад, а сносится в сторону вращения. При вращении снаряда слева направо, правая нарезка, он отклоняется вправо. Явление отклонения снаряда от плоскости стрельбы вследствие вращательного движения снаряда в воздухе называется деривацией. Деривация возникает благодаря совместному действию трех сил. Это сила вращения снаряда, сила тяжести, искривляет траекторию, и сила сопротивления воздуха, вызывает поворот оси снаряда вправо. Значение деривации зависит от дальности стрельбы и вида траектории. С увеличением дальности стрельбы деривация увеличивается. При мортирной стрельбе она значительно возрастает. Так, например, при навесной стрельбе из 122-мм гаубиц Д-30 на заряде 4 на дальность 5000 метров деривация равна 8000. А при мортирной стрельбе угол возвышения более 45 градусов на эту же дальность деривация равна 44000. Отклонение снаряда вправо вследствие деривации необходимо учитывать при определении установок для стрельбы, вводя поправку в направление. Эта поправка берется из таблиц стрельбы по исчисленной дальности и вводится со знаком минус, то есть влево, в доворот по цели. Пример. На огневой позиции 130-мм пушка М-46. Дальность стрельбы 26600 метров. Заряд полный. Необходимо определить величину бокового отклонения в метрах, если поправка на деривацию не была учтена. Из таблиц стрельбы
выписываем величину деривации. Z равно минус 0,20. Подставляя формулу, мы получаем то, что данное отклонение составит 558 метров. Пятый учебный вопрос. Определение элементов траектории по таблицам стрельбы. Таблица стрельбы представляет собой сборник основных величин, характеризующих баллистические свойства данного орудия, миномета, боевой машины, реактивной артиллерии, а также данных для решения задач стрельбы. Каждая артиллерийская система имеет свои таблицы стрельбы. С помощью таблиц стрельбы можно выбирать заряд, вид траектории и в соответствии с дальностью назначать установку прицела, рассчитывать поправки на баллистические и метеорологические условия стрельбы, определять поправку на превышение цели или поправку угла прицеливания на угол места цели. Кроме того, в таблицах стрельбы помещены указания по применению боеприпасов и по эксплуатации артиллерийской системы. В зависимости от полноты сведений, помещаемых в таблицах стрельбы, они могут быть полными, краткими или временными. Полные таблицы стрельбы содержат, как правило, следующие разделы: основные указания, собственно, таблицы стрельбы, вспомогательные таблицы, определение условий стрельбы и справочные сведения. В основных указаниях даны условия, при которых стрельба запрещена или в целях соблюдения мер безопасности ограничена. Даны особенности стрельбы и систем ее эксплуатации, даны указания, для каких снарядов составлены данные таблицы стрельбы и приведены особенности стрельбы разными снарядами. В таблицах стрельбы содержатся данные для подготовки установок для стрельбы, а также значение основных элементов траектории при табличных условиях стрельбы, табличные поправки и характеристики рассеивания снарядов. В данном разделе указаны следующие элементы траектории. Это полная горизонтальная дальность, угол прицеливания в тысячных, а также в градусах и минутах, угол падения в градусах, начальная скорость в метрах в секунду, окончательная скорость в метрах в секунду, время полета снаряда в секундах, высота траектории в метрах, деривация в тысячных. Во вспомогательных таблицах содержится ряд таблиц, необходимых для работы старшего офицера батареи, а также таблицы перевода деления угломеров в градусы и минуты, таблицы значений тригонометрических функций, таблицы для разложения баллистического ветра на слагающие и другие вспомогательные таблицы. Последний раздел содержит данные о порядке определения условий стрельбы, указания о нормальных табличных условиях стрельбы, а также некоторые справочные сведения о системе, прицелах и боеприпасах. Для обеспечения безопасности стрельбы и выполнения правил эксплуатации систем, прежде чем начинать стрельбу, необходимо тщательно изучить и строго соблюдать все указания таблиц стрельбы. Спасибо за внимание.